Так, уважаемые коллеги, я хотел бы, конечно, поблагодарить Андрея Руслановича в первую очередь за приглашение. Для меня это большая честь участвовать в этом мероприятии. Я буду говорить по-русски, потому что большинство аудитории здесь русскоязычная. Надеюсь, что англоязычным участникам будут адекватно переводить. В первую очередь, прежде чем начать свою лекцию, я, конечно, хотел бы сказать, имея такую возможность, несколько слов относительно профессора Джона Райнеке и поблагодарить его за то, что мы с ним встретились. История нашего знакомства, она довольно необычная, потому что это уже длится, у кого мы вчера пытались вспомнить, не смогли, лет 17 или 18 назад мы впервые встретились. И, конечно, в те времена, когда еще, так сказать, мы жили в пост, в общем-то, советское время, особенно что касается международных контактов, вся информация была закрытая. И найти человека, мне, будучи там в ординатуре или еще что-то, который помог бы мне разобраться в том, что происходит в современных аспектах хирургии, было очень сложно. Поэтому мы встретились очень загадочным образом, череда каких-то совершенно невероятных совпадений, встреч через нескольких знакомых, и таким образом я оказался в Южной Африке, что на тот момент казалось невероятным. Почему нужно ехать в Южную Африку за тем, чтобы учиться хирургии, но тем не менее. Это отдельная история, но что я хочу сказать, что профессор Джон Райнеке изменил, я провел впервые, первый же наш приезд мой больше 3 недель, 3,5 недели, и этот приезд полностью перевернул мое представление о том, какая должна быть челюстно-лицевая хирургия, в частности ортогнатическая хирургия. И для меня было, конечно, удивлением, в первую очередь, что, оказывается, пациенты могут выздоравливать. Это звучит сейчас уже странно, потому что... it's a pity you don't have a translation, because I'm talking about you and our meeting, but much... You can be sure about this. I hope that we'll organize the translation for you. Вот, и... Это было такое внезапное открытие, что после операции пациент может чувствовать себя хорошо, он может чувствовать себя довольным, может не быть отека, что сама операция может проходить красиво и легко и так далее. Ну, просто хотел рассказать пример, что в первый же день я пришел, ну, тогда у нас хирургия только начиналась ортогнатическая, и это было, конечно, всегда большая проблема, и будь то с тотами нижней челюсти, с тотами верхней челюсти, это длилось часами, с кровопотерей, с непредсказуемым результатом. В общем, Алексей Юрьевич, профессор Дробышев вчера делал доклад на тему вообще возможных осложнений, конечно, он нас впечатлил всех. И меня это тоже впечатляет, но тем не менее вы можете представить, вот что из себя представляла, так сказать, ортогнатическая хирургия на заре своего развития. И в этот самый момент, вот эта встреча, я так еще подумал, сразу же попал в операционную, и был пациент как раз с остеотомией нижней челюсти, изолированная остеотомия, сагитальная с двух сторон. Я так просто посмотрел на часы, думаю, ну надо время засечь, за сколько это будет сделано. И, в общем, приготовился к довольно длительному ожиданию, напрягся, подготовился, значит, попил водички перед операцией и так далее. В общем, я не успел, что называется, попить водички, потому что через 28 минут, двухсторонняя сагитальная остеотомия с фиксацией и так далее, и так далее. И вот самый первый день я понял, что я приехал в правильное место, и через 3,5 недели... И когда я, так сказать, мы встречались, ну, провожали меня, вот я четко это осознавал на тот момент, что вот тот самый момент, когда происходит так называемая точка невозврата. Потому что мне лично, и об этом я буду говорить, это я недаром предваряю мой доклад этим рассказом, что когда мы говорим о лечении пациентов с расщелинами, конечно, очень важно видеть то, что мы пациентам действительно помогаем, а не вредим. И я еще раз пользуюсь случаем перед всей аудиторией, благодарю профессора Райнеке за то, что мы с ним встретились, за то, что в
в те времена, когда, в общем-то, молодой доктор, студент фактически обратился за возможностью приехать в клинику в Южной Африке и поучиться. Он мне не отказал. Надеюсь, я тоже вас не разочарую. Спасибо еще раз. Итак, что касается темы непосредственно моего сообщения. Так получилось, что, в общем-то, жизнь связала меня с работой именно детской через свои хирургии. И сейчас мы работаем в отделении детской черепно-челюстной хирургии на базе Центрального института стоматологии и челюстной хирургии. И, конечно, в первую очередь, самая частая патология – это дети с расщелинами. Вы видите, специально показываю этот слайд, что разнообразие расщелин лица очень большое. И единого протокола на сегодняшний день, как лечить таких пациентов, к сожалению, не существует. Ну, в прошлом году был в городе Чинай такой международный конгресс, который проходит раз в 4 года, где собираются все, почти все хирурги мисс мира, которые занимаются этой проблемой. Ну, чтобы понять масштабы, это примерно 5 дней полных докладов, которые длились по 5-7 минут с 8 утра до 8 вечера. Полных 5 дней доклада. И за все эти 5 дней не было ни одного доклада, который бы повторял один другой в плане предлагаемого протокола лечения. То есть, условно говоря, мы знали, я знал из литературных данных, что существует, там было одно исследование, которое показывало, что на 200 клиник Европы было выявлено 202 протокола, да? Так вот, в мировом масштабе, там, условно говоря, на 1000 докладов было выявлено 1000 протоколов. Говорит только об одном, что однозначного мнения о том, что делать для этих пациентов, его нет. И это большая-большая проблема. Даже если мы говорим только об одной разновидности, односторонняя расщелина, мы видим, что каждый пациент представляет из себя нечто особенное. И как поступать в данной ситуации, толком уверенности нет фактически ни у кого. Не говоря уже о типичных расщелинах, которые включают в себя иногда и дефекты, и деформации, и включающие краниофациальные области, веки, глазницы, нижняя челюсть и так далее, и так далее. Цели реабилитации таких пациентов с расщелинами, мы должны об этом помнить в первую очередь. Это, конечно, функциональное и эстетическое восстановление всех дефектов мягких тканей лица. Это восстановление целостности неба мягкого и твердого. Это нормализация речи. Это устранение всех костных дефектов, которые есть на лице. Это устранение, естественно, всех соустий, которые могут оставаться и персистировать в случае каких-то неудач или неправильной тактики лечения. Это восстановление пропорций лица, это восстановление прикуса, восстановление всех утраченных или не сформировавшихся зубов. В общем, это целый большой процесс, и, к сожалению, результат конечный, то, что мы получаем в конце реабилитации, он очень сильно зависит от того, какой протокол для этих пациентов использовался. Вы видите, специально это не полный список тех операций, которые этим детям проводятся, но вы видите, что ортогнатическая хирургия здесь занимает далеко не самое первое место. Это и первичная хиалуринсептопластика, которая может проводиться очень по-разному. Это и палатопластика или уранопластика, которая может проводиться очень по-разному. В один, в два этапа, масса методик и так далее. Это реконструктивная операция при вторичных деформациях. Это и костная пластика аллерного отростка, которая может проводиться очень по-разному. Это необходимые операции, связанные с функциональными нарушениями среднего уха, гипертрофия аденоидов и так далее. Фарингопластика при нарушении речи и, соответственно, возникновении небноголосочной недостаточности. Это ортогнатическая хирургия при возникновении диспропорции челюстей и недоразвития верхней челюсти. Это открытая ринсептопластика на заключительном этапе.
много-много вмешательств, которые нужно распределить по методике, по объему, по возрасту, по этапам. И, скажем так, один из худших врагов на текущий момент прогресса, в котором можно достигнуть лечения этих пациентов, как ни странно, и после того самого конгресса, который я упомянул год назад, это стало очевидно. Это то, как мы сами оцениваем наши хирургические результаты. Нередкие, ну, точнее, типичная даже, я бы сказал, история, когда мы, когда специалист или доктор показывает результат лечения пациента с расщелиной, и в качестве хорошего результата декларируются следующие моменты, что, ну вот видите, там девочка или мальчик, лидер группы, социально адаптирован, да, значит, хорошо рассказывает стихотворение, там поступил в институт, все что угодно, там до вышел замуж, женился и так далее, и так далее. Хороший результат. Это маскировка, потому что я смотрю на фотографию и вижу, что результат плохой. Да? Но это не понимает сам хирург, который докладывает. И, конечно, для того, чтобы получать и иметь возможность совершенствовать методы лечения, надо в первую очередь объективизировать оценку собственных результатов. Это прекрасно, то, что появляется возможность социальной реабилитации этих пациентов, но можно социально реабилитировать и пациента с неудачным хирургическим результатом, а это принципиально меняет подход к вообще самоанализу, самокритике и, соответственно, совершенствованию тех хирургических методик, которые есть. Вкратце просто пробегу, что первичные методы, они очень важны, ими пренебрегать не стоит. От того, как сделана первичная операция, зависит и рост лица, и функциональные моменты. Например, известный профессор из Франции, профессор Жан-Поль Тальман, который занимается в основном такой проблемой, вообще считает, что вся первичная хирургия у пациентов с расщелиной делается только ради одной цели – это восстановление носового дыхания. Да? Странная вещь, но мы понимаем, что от носового дыхания зависит интеллектуальное развитие, рост головного мозга, рост верхней челюсти, начиная, да, с 4 лет, когда происходит скачок. Если носового дыхания нет, то это может привести к значительным проблемам. Не буду подробно останавливаться, скажу только, что современные, в общем-то, наши возможности в плане проведения первичной операции, они достаточно хороши. То есть мы действительно можем восстановить все анатомические структуры в раннем возрасте. Здесь представлены некоторые хирургические результаты. Методика первичной хейлорино-септопластики с восстановлением, так называемый функциональный метод, который был предложен профессором Диляром из Франции, с восстановлением всех анатомических структур. Очень важно преддверие, очень важно мышцы, очень важно основание носового хода, очень важна перегородка, очень важны крылья носа, все-все-все. От функции до эстетики, все очень важно. Если это при двухсторонней расщелине, это отдельная тема, к сожалению, подробно на этом нет возможности останавливаться, но в принципе те же самые. Мы делаем функциональную хирургию, как можно меньшее количество этапов и как можно более радикальное каждое вмешательство. Еще раз покажу этот слайд. Все хирургии, которые можно проводить у пациента, можно разделить на несколько этапов. Это первичная хирургия, это так называемая вторичная хирургия, которая проводится в возрасте уже до 7 лет примерно. Это вспомогательная хирургия по поводу различных функциональных нарушений. И уже хирургия проводится на завершающем этапе реабилитации, к которому можно отнести ортогнатическую хирургию, открытую ринопластику, коррекцию формы губы и так далее, и так далее. Так, что-то я хотел сказать важное по этому поводу. Да, дело в том, что, к сожалению, нелинейности, да, к подходу добавляет то, что вы не всегда, а точнее редко, да, имеете дело со своими собственными первичными пациентами. Во-первых, потому что, если мы говорим про хирургов
который занимается уставным взрослым. Так уж получается, да, что не все хирурги оперируют взрослых и детей, имеют какие-то предпочтения. Поэтому, естественно, что хирургия у подростков и взрослых, она не включает в себя первичные операции, расщелины и так далее. Поэтому, как правило, пациент, который приходит к нам, он уже кем-то когда-то оперирован. Как правило, неудачно. Да? И в данном случае, когда я об этом буду говорить чуть подробнее попозже, но когда приходит пациент уже с какой-то проблемой, с ранее проведенными первичными операциями, это добавляет, к сожалению, сложности к тому, чтобы принять правильное тактическое решение и провести необходимое лечение. После первичных операций возникает так называемая вторичная деформация. И они именно всегда вторичная деформация. Потому что все последствия, которые мы видим после первичных операций, они так или иначе являются иатрогенными. Это деформация носа, и различные рубцовые изменения, нарушение речи. И туда же относятся и недоразвитие верхней челюсти, персистирующие дефекты, фистулы и так далее, и так далее. Это наша плата, которую мы платим за те ранние операции, которые проводятся. Причины, это может быть выражено в большей или в меньшей степени, причины, так скажем, серьезных осложнений, серьезных деформаций кроются в трех вещах. Это, конечно, технические ошибки, это хирургические осложнения, которые связаны не только с ошибками, но, например, как я, когда меня спрашивают родители маленьких пациентов перед первичной операцией, какое самое, значит, частое осложнение или так далее, так далее. Я совершенно откровенно и говорю, что самое, к сожалению, частое осложнение, это когда, ну, приходится жестко иногда, чтобы родители понимали. Я говорю, самое частое осложнение, это когда мама после операции ребенка ударяет носом об пол, об стену и так далее, и так далее. Такое тоже бывает. Да, то есть люди не до конца осознают важность, да, что это маленький ребенок, что он не может, да, сам себя контролировать, и даже отвлечение на 5 секунд может стоить, да, пациенту хирургического результата. И, конечно, неправильно, когда хирурги, так сказать, не имеют всего протокола на протяжении всего роста пациента от начала до конца. Часто бывает, что упрощенный взгляд на эту проблему, что ну вот там что там расщелина, давайте я вам два шва наложу, и все будет замечательно. Дальше этот пациент обращается к тому же самому хирургу с возникшей деформацией, и уже дальше непонятно, что делать. Очень распространенная, к сожалению, ситуация. Когда, допустим, пациенты только с изолированной расщелиной небы, да, и которым вообще показана только одна операция в жизни, да, приходят и уже к 6-7 годам они имеют 9 или 10 операций с нулевым результатом. И, к сожалению, самая большая обида, которую мне приходится испытывать, это когда мы понимаем, что, имея дефекты рубцовые изменения, иногда мы не можем сделать ничего для этого пациента. Да. Это важно понимать, прежде чем браться за лечение этих пациентов. Ближе к нашей теме, все-таки, когда мы видим пациента с недоразвитием верхней челюсти, что нередко у пациентов с расщелиной по тем причинам, которые я уже перечислил, причины следующие, да, что это, во-первых, результат хирургического лечения. Во-вторых, это результат формирования рубцов, поэтому наша первичная техника должна быть как можно более щадящей. Это результат первичного бонграфтинга или первичной костной пластики. Бывают такие методики, когда проводится костная пластика непосредственно во время первичных операций в возрасте там, 5-6 месяцев до года или до 2 лет. Тоже формирование рубцов в переднем отделе аллелярного отростка приводит к значительному нарушению роста верхней челюсти. Это использование, это и раннее проведение речеулучшающих операций с использованием лоскута задней стенки глотки, который также задерживает рост верхней челюсти. Это отсутствие ортодонтического лечения, которое приводит в разном проценте случаев к недоразвитию верхней челюсти. По литературным данным это от 15 до 35%. Но я всегда останавливаюсь на этом явлении, потому что традиционно, когда хирург видит, что
его пациент, которого он вроде бы оперировал, все были довольны там до какого-то периода времени. Потом приходит и видит, ну, начинается какая-то вот диспропорция лица, недоразвитие верхней челюсти, и как бы это считается какой-то неудачей, да? Поэтому ответственность на себя за это хирург берет с большим трудом и старается, насколько это возможно, не замечать возникшей ситуации, отправлять куда-то к ортодонтам, смотреть, ждать и так далее, и так далее. Я настаиваю на том, что это на текущий момент не должно рассматриваться как осложнение. Да, то есть это один из вариантов роста лица ребенка. И, конечно, чем раньше мы поставим такой диагноз, чем раньше мы примем решение о правильном протоколе реабилитации, тем будет спокойнее родителям, тем будет спокойнее ортодонту, тем можно будет более правильно, рационально организовать весь процесс лечения. Основной вопрос, который уже неоднократно здесь обсуждали, это касается не только пациентов с расщелиной, но и их в первую очередь, да, это что выбрать, да, все-таки прийти к компенсационному какому-то лечению, либо склонять пациента к ортогнатической хирургии. Это сложная тема, вот, и, конечно, даже я вот такой тезис, вопрос, да, что все-таки ортодонт и хирург – это друзья или враги, да? К сожалению, нет, это понятно, что это очень интересный подход, потому что, к сожалению, часто, когда хирург говорит пациенту о том, вот вы знаете, у вас формируется дизоклюзия, недоразвитие, третий класс и так далее, это воспринимается пациентом как некую неудачу ортодонтического лечения. Почему? Потому что ортодонт когда-то пообещал пациенту, что не волнуйтесь, все будет с вами в порядке. Ну, это типично, с вами все будет в порядке, вы должны лечиться. И вот это и вопросы денег, когда, начиная с раннего возраста, меняется одна, вторая, третья пластинки, различные аппараты, брекеты. Пациент тратит на это средства, да, ну, родители пациента, и, так сказать, воодушевленные обещанием ортодонтов, что все у вас будет в порядке. Поэтому, конечно, объективный взгляд хирурга на то, что все-таки, извините, у вас не все в порядке, часто воспринимается пациентом негативно. Не потому, что хирург говорит, что это не так, да, не потому, что хирург говорит, что ваш ортодонт лечит вас неправильно, хотя это тоже бывает. Но часто возникает по этому поводу конфликты. Поэтому, конечно, при лечении, в принципе, ортогнатических пациентов, и в частности с расщелинами, нужно добиваться взаимопонимания с ортодонтами. Например, на текущий момент ситуация у нас, по крайней мере, в стране, она довольно тяжелая в этом смысле. Потому что, допустим, когда к нам в клинику приезжает пациент с расщелиной, приходится в большинстве случаев говорить, вы знаете, либо вы лечитесь у нас, у ортодонтов, у хирургов и так далее, либо вы лечитесь не здесь, потому что велика вероятность того, что у нас будут разные подходы, и мы не сможем вас правильно лечить. Заходит и наоборот, до того, что бывает у нас, у меня есть такой пример, что ортодонт из одного из регионов России, она настолько продвинута, что она приезжала к нам учиться, так сказать, осваивала методы, смотрела на хирургию, но ей не удалось изменить мнение хирургов в своем регионе для того, чтобы перейти на более функциональную и, так сказать, понятный протокол. И приходится, она вынуждена была уйти из государственной клиники, начать частный прием и пациентов посылать к нам в клинику на хирургическую реабилитацию. Поэтому для того, чтобы все-таки хирург и ортодонт становились друзьями, нужно, конечно, отталкиваться от одних и тех же взглядов и принципов на лечение пациентов. И первый из них, конечно, это объективный взгляд на то, что с пациентом происходит. Если мы видим гиперплазию верхней челюсти, если мы видим, что происходит компенсация, мы должны называть вещи своими именами. Да? Если при этом мы понимаем, что ортодонт сообщает пациенту, что у вас все в порядке, мы вам вырастим верхнюю челюсть за счет тяги какой-то и так далее, здесь надо либо это обсуждать серьезно с ортодонтами, либо уже тогда, ну, не бояться идти на конфликты. Да? От этого зависит судьба пациента. По поводу, я был, опять же, это было в прошлом году, в одном из центров Индии, связанных с лечением детей с расщелинами. Вот, так сказать,
сожалению, не успел вставить эту фотографию, но когда-нибудь это я обязательно сделаю. Так сказать, этот подход, что мы можем за счет приложения эластических тяг и различных сил через зубы на верхнюю челюсть, можем изменить пропорции лица. Вот там я увидел вот этот подход, доведенный до своего максимума, наверное, когда можете себе представить, все были в тренажерном зале, когда есть вот эти вот тренажеры для упражнений на трицепсы и так далее, на мышцы рук, когда вот эти вот блины, да, до 200 там сколько-то килограмм, каждый по 10-15 килограмм, вот такие тренажеры висели в реабилитационном центре. У каждого пациента были брекет-системы с крючками, и вот каждый пациент подходил каждое утро к этим тренажерам, ставил себе, я старался не смотреть сколько, но несколько блинов, соответственно, нагрузка 50 и стоит дальше килограмм, старательно цеплял за верхнюю челюсть и проводил вот какие-то те самые. И при этом доктор, который всем этим руководил, утверждал, вот я, ни у кого ничего не получается, но проблема в том, что недостаточная сила. Вот такую силу, все будет нормально. К сожалению, все пациенты, которых я видел в этом центре, они все отличались уплощенным лицом, обратным прикусом и так далее, и так далее. Ну, в общем, отдельная тема. Когда мы должны принять решение, да, для того, чтобы все-таки планировать лечение ортогнатическое или компенсационное, или какое-либо еще? Несколько примеров покажу. Вот пациент с односторонней расщелиной, ему были проведены первичные операции, здесь представлен момент в ранопластике. Вот тот же самый пациент в 6-летнем возрасте. Ему сделаны всего две операции по функциональным методам, все нормально. Но мы видим уже, очень важно обращать внимание не только на прикус, да, но и на внешний вид. В первую очередь мы видим, что лицо уплощено. 6 лет уже достаточно информации для хирурга, да, для того, чтобы понять, что, скорее всего, а ведь этот процесс будет только усугубляться с возрастом, этот пациент кандидат на ортогнатическую операцию. Другой пример. Пациент с тоже односторонней расщелиной в 6-летнем возрасте также отмечается... ну, скажем так, неочевидное, но если мы посмотрим внимательно на лицо, именно а не на прикус, да, мы видим, что возникает некое уплощение. Тот же пациент в 9 лет, мы уже видим, да, что эта тенденция, к сожалению, усугубляется. Этот пациент был оперирован не у нас в клинике. Мы видим, что здесь есть типичная деформация, стеноз носового хода, отклонение, девиация носовой перегородки, нарушение преддверия. Здесь уже ему проведена реконструктивная операция. Это делать очень важно при взятии на реабилитацию этих пациентов. Но тем не менее мы видим, в 9 лет уже очевидно, да, что прикус у нас обратный, недоразвитие верхней челюсти. И, конечно, в этом возрасте мы уже не имеем никакого права, да, пациенту говорить, что он, ну, возможно, у вас будет что-то хорошо. Тот же пациент, да, через 12 лет. В 12 лет мы видим, что здесь в данном случае тактика была принято все-таки. Ортодонты поработали и пытались как-то стимулировать рост верхней челюсти, но мы видим, к сожалению, да, что этот результат, он... Ну, это все известные вещи, потому что даже если удается в каких-то менее выраженных случаях компенсировать полностью прикус, в 14-15 лет ортодонтическое лечение прекращается, а рост нижней челюсти продолжается у пациента, и такой пациент уже в 17-18 лет приходит уже с, скажем так, декомпенсированным состоянием, когда уже все возможности компенсации ортодонтические были исчерпаны. Но формируется открытый прикус, уплощенное лицо, дезоклюзия и так далее, и так далее. Но в этом возрасте уже предложить пациенту очень сложно какой-то адекватный метод лечения, учитывая историю там, больше, чем 10-летнюю ортодонтического лечения и так далее, и так далее. Ситуация происходит на текущий момент иногда анекдотичная. Да? То есть, условно говоря, есть пациент с вторичной деформацией, он приходит, в зависимости от того, к кому он обращается, ему выбирает тот или иной способ лечения. Если люди работают не в команде, пришел к ортодонту, ортодонт говорит, вам нужно ортодонтическое лечение, мы будем пытаться что-то делать. Пришел к челюстно-лицевому хирургу, челюстно-лицевой говорит, ну, давайте готовить ортогнатическую хирургию. Пришел к пластическому хирургу, говорит,
ну да, у вас там неправильный прикус, но это ерунда, мы нос поправим, вы будете выглядеть замечательно. Да? Это вот даже у нас в клинике, да, у нас параллельно есть и взрослый стационар, и нередки такие пациенты, 20 лет, 25 лет они приходят, им не сделано ничего, ни костной пластики, ни ортогнатии, ничего. Но понятно, что но пациент уже к 25 годам просто устал. Ему уже сделано десятки операций с нулевым часто результатом, и он приходит к хирургу уже вот последний, да, говорит, ну сделайте хоть что-нибудь. Ему говорят, ну давайте сделаем ринопластику, это мы хорошо умеем делать, это мы сделаем. И дальше, когда приводят аргументы, а почему вы делаете ринопластику, когда все остальное не сделано. Аргумент железный, пациент сам этого хочет. С этим сложно поспорить. Он действительно, он просто не верит в те методы, которые ему предлагали до этого, поэтому хотя бы ринопластика ему действительно поможет. Но результат, возвращаемся к тезису, который я сказал вначале, да, что, ну да, пациент может жить, может работать, даже счастливо, да, но если мы посмотрим на тот результат, который мы достигли, мы, конечно, поймем, что он неполный и он не удовлетворительный. Получается такая ситуация, но, может, для англоязычных слушателей надо пояснить, что это такой да, древнерусская былина, когда богатырь выбирает путь и встречает на своем пути такой пророческий камень, на котором написано три пути, да, и налево, прямо, направо, и на каждом из этих путей его ждет какая-нибудь засада, что, в общем-то, никак он не помогает. Налево пойдешь, встретишь какую-то проблему прямо, проблема направо, проблема. И часто хирурги, которые, к которым обращаются такие пациенты, сталкиваются именно с такой ситуацией. Непонятно, что делать. Что не сделаешь, полностью пациента от проблемы не избавишь. Несколько примеров ортотической компенсации. Я, наверное, думаю, что вы уже поняли, что я как хирург не очень положительно к этому отношусь. Сейчас существуют многочисленные, действительно продвинутые ортодонтические технологии, и без ортодонтов, скажу сразу, лечение таких пациентов невозможно. Но в том случае, когда мы имеем дело не только с деформацией зубных рядов, но и со скелетными нарушениями, здесь нельзя, к сожалению, справиться только одной ортодонтией. Вот пример пациента, что вот ему 15-16 лет, он на длительном ортодонтическом лечении, чего удалось добиться? Сложно сказать. Мы видим, что пропорции лица, что называется, приемлемые, но, конечно, пациента они не удовлетворяют. Прикус приемлемый, но пациента они не удовлетворяют, естественно. Другой пример. Мы видим, да, что была сделана длительная многолетняя компенсация. Это мальчик, тоже если посмотреть внимательно на профиль, да, приемлемо. Но в целом, но на данном этапе очень важно понимать, уже мы не можем принять решение о изменить тактику хирургического лечения. Заставлять пациента переделывать ортодонтию, готовиться к операции, мы здесь уже поздно, да, то есть мы и имеем уже исчерпанные возможности компенсации зубных рядов и возраст и так далее, и так далее. Другой пример, да, ортодонтической компенсации. Если мы посмотрим внимательно на профиль, это хочется изменить. Если бы такой пациент пришел, у него бы не было расщелины, я уверен, что большинство из вас посоветовало бы этому пациенту ортогнатическую хирургию. Другой пример. И мы понимаем, что это 17 лет, видите, уже фактически прямой прикус, уже дезокклюзия в дистальных отделах, пройдет еще год, два, три, нижняя челюсть еще подрастет, и такой пациент уже будет вынужден, да, смириться с той ситуацией, которая есть. Но назвать ее удовлетворительной уже мы никак не сможем. Пациентка также с ней как раз обсуждался этот момент, и она выбирала, так сказать, мы вели конкурентную борьбу в плане аргументации со стороны хирургов и ортодонтов. Она вместе с мамой не приняли решение о том, что нет, ортогнатической хирургии не будет, но мы будем компенсировать. Им сделан целый ряд операций, первичные операции, костная пластика, реконструкция губы и носа, коррекция губы. И вот пациентка выглядит так на, уже после завершения всех хирургических операций. Я могу вот просто сказать, да, что я слежу за ней в Фейсбуке.
она вышла замуж, она родила ребенка, у нее прекрасная ситуация, выглядит замечательно, да? Но, опять же, это никак не улучшает тот результат, который мы получили. Мы видим, да, что если бы пациентка сейчас была возможность выбора тогда, конечно бы, и я проводил специальный опрос среди пациентов, все они склоняются к тому, ну, одной операции больше, но удовлетворенность от результата была бы намного выше. Мы видим, да, что диспропорция лица, к сожалению, сохраняется. Мы видим, что лицо выглядит необычно. И не все понимают и знают, что такая ситуация может быть изменена и нормализована. О всем этом было уже сказано, о том, что изображено на слайде, это различные проблемы и риски, которые могут возникнуть при остеотомии верхней челюсти. Это и рецидив, это и подвижность, отсутствие фиксации. Это и деформация челюсти, различные нарушения речи, связанные с тем, что усугубляется, укорачивается нёба при выдвижении верхней челюсти вперед, потери зубов, дефекты нёба, некрозы и так далее, и так далее. Это может случиться и при стандартной ситуации, но мы должны понимать, что больные с расщелинами, вот у них это все очень реально, да? Поэтому вопрос в том, что можем ли мы рассматривать ортогностическую хирургию пациента с расщелиной в качестве стандартной процедуры. И я считаю, что, конечно, нет. Потому что это отдельная ситуация, которая требует и не только очень высокой квалификации от хирурга, который занимается ортогностической хирургией, но еще представление о том, по какому протоколу эти пациенты были пролечены до этого, что с ними будет дальше и так далее. Обязательные шаги, которые необходимо сделать перед ортогнатической операцией, если мы видим пациента впервые, да, это проверить состояние и качество проведенных первичных операций. Если требуется вестибулопластика или реконструкция губы и носа, это нужно обязательно сделать до ортогнатической хирургии. Обязательно ортодонтическое лечение в случае деформации челюсти и обязательно костная пластика алиарного отростка. Об этом я скажу еще чуть подробнее. После ортогнатической хирургии уже можно проводить завершающие операции, такие как открытая ринасептопластика, коррекция губы и так далее, и так далее. Технически здесь есть некоторые особенности. Как я уже сказал, что очень важно, я скажу еще подробнее об этом, проводить костную пластику алиарного отростка до ортогнатической хирургии. По разным причинам. Во-первых, это обеспечивает более предсказуемый результат, это обеспечивает более предсказуемую хирургию, более простую хирургию, которая в данном случае осложняется многими-многими вещами. Это, конечно же, соблюдение всех тех принципов, причем неукоснительное соблюдение тех принципов, о которых вот вчера говорил профессор Райники и профессор Дробышев, в плане предупреждения осложнений, но именно в этих случаях ошибки не прощаются. Да? Поэтому это очень важно понимать. Необходимо контролировать кровоснабжение верхней челюсти, оставлять, и это очень важно при этих операциях, кровоснабжение через слизистую полость рта. Это ограничивать перемещение, потому что если мы выдвинем верхнюю челюсть больше, чем на 10 мм, это чревато осложнением. При необходимости, если нужно проводить двучелюстную хирургию, и в данном случае здесь не надо напрямую ориентироваться на цефалометрические изменения. То есть, когда у нас есть пациент с расщелиной, мы должны понимать, это всегда, всегда недоразвитие верхней челюсти. Да? Поэтому здесь даже не нужно делать цефалометрический анализ, да? Как правило, все понятно. Мы должны выдвинуть верхнюю челюсть до нормальных показателей настолько, насколько это возможно. Если это по каким-то причинам невозможно, то проводится двучелюстная хирургия на максимальных вот этих значениях. Как правило, это все приводит к удовлетворительному результату. Также, что мы должны учитывать, что мы не можем слишком много требовать от ортодонтов. И необходимо зачастую проводить операцию, когда в обычной жизни мы бы отказались от проведения операции, когда нет ни одного зубного контакта, когда по нашим представлениям ортогнатическая подготовка не завершена.
И фактически иногда приходится следовать частично протоколу, это хирургия сначала, да, surgery first, для того, чтобы дать возможность ортодонтам после нашей хирургии уже завершить ортодонтическую реабилитацию. Это нужно тоже понимать. Пример хирургии верхней челюсти, вот такая пациентка. 16 лет она обратилась за помощью, недоразвитие верхней челюсти, но тем не менее параметры лица позволяли провести хирургию только на верхней челюсти, что, конечно, несколько облегчает ситуацию. Расчеты были сделаны на снимках, телерентгенограммах, и также использовались трехмерные методики. Мы видим, что, ну, так скажем, одна из первых пациенток, и в то время мы занимались планированием как можно тщательнее, учитывая все возможные параметры и цифры. Но сейчас я, как уже сказал, что мы понимаем, что большинство этих цифр, во-первых, как правило, мы не можем достигнуть нормализации всех параметров, во-вторых, они имеют второстепенный характер, только лишь направляют действия хирурга, чтобы достичь оптимальный результат. Конечно, здесь, опять же, я вчера с большим интересом, несмотря на то, что это было не в первый раз, слушал лекцию профессора Ранники об общих принципах, подходах к ортогнатической хирургии. Вот там те самые моменты, о которых, когда слушаешь это, не имея большого опыта и думаешь, что все понятно, они вот там уже между строк читается, что те самые очень важные вещи, которые необходимо понимать при планировании ортогнатии у пациентов с расщелиной, это и в первую очередь обращать внимание на мягкие ткани, это и лечить пациента, да, а не цифры, вот этот тезис, который мне лично очень нравится. То есть та самая философия, которая позволит обеспечить щадящий подход к этим пациентам, получить здорового пациента, да, в конце нашего подхода. Ну, симуляция – это все методы, которые могут быть проведены на текущий момент. При остеотомии верхней челюсти, в принципе, они не имеют большого значения. Мы можем вполне ориентироваться и на нативную ситуацию. Здесь результат после операции. Мы видим нормализацию параметров. Сразу хочу сказать, что это очень редкий случай, поэтому даже в этом случае мне не удалось найти снимки пациентки после операции. Она уехала и снимки не прислала, потому что большинство пациентов, которые мы сейчас делаем, это все-таки двучелюстная хирургия. Давайте сразу перейдем к двучелюстной хирургии, к примерам. Конечно, один из, извините за ошибку, значит, центральных вопросов, который тоже сегодня уже прозвучал, все-таки какая тактика? Мы используем остеотомию сначала нижней челюсти или сначала верхней челюсти? Подход, который я выработал в процессе, так сказать, опыта, что при расщелинах удобнее, конечно, проводить протокол maxilla first, то есть верхняя челюсть сначала. Почему? По тем причинам, которые я уже упомянул. Мы не знаем, насколько, с какой ситуацией мы столкнемся во время операции. Мы можем запланировать относительно цефалометрии прекрасные перемещения там, на 12 мм, сегментную остеотомию и так далее. Сделаем по промежуточному шаблону, позиционируем нижнюю челюсть, перейдем к верхней и у нас ничего не получится, либо мы искалечим пациента. Поэтому, конечно, сначала мы оперируем верхнюю челюсть, исходя из достигнутой ситуации, уже позиционируется нижняя челюсть и оценивается уже ситуация на столе. При необходимости проводится гениопластика. Опять же, сегодня еще будет лекция профессора Ранники относительно гениопластики. Здесь это очень важный тоже подход, что в последнее время тоже мы перестали думать о гениопластике заранее. Да? То есть, как правило, и вы это услышите сегодня еще во время его лекции, что необходимость гениопластики, она определяется прямо на столе, это очень легко. Такая пациентка, тоже оперированная не у нас, и она пришла с такой ситуацией, с выраженным недоразвитием. Ей проводилась речь улучшающая операция, лоскут задней стенки глотки на ножке и так далее, и так далее. Не проводилась костная пластика алиального отростка.
Значит, первым этапом ей была сделана костная пластика альвеолярного отростка и одномоментное отсечение ножки лоскута задней стенки глотки в качестве подготовительных этапов. Ну, костная пластика, как я уже сказал, это обязательный этап, хотя это отдельная тема, и далеко не у всех, к сожалению, получается с гарантированным результатом. И использовалось это вмешательство для того, чтобы отсечь лоскут после фарингопластики. По поводу опасений, что вот это же было сделано речи улучшающей операции, как правило, лоскут, если приводит к улучшению речи, он работает примерно в течение первого года. Да? То есть, если речь пациента адаптировалась после речи улучшающей операции, то через год уже мышцы неба могут работать и без этого лоскута. Поэтому в большинстве случаев отсечение лоскута не приводит к какому-то ухудшению речи. Поэтому это можно делать довольно спокойно. Но без этого мы, естественно, не сможем выдвинуть верхнюю челюсть вперед в последующей операции. Также после этого, через 6-8 месяцев, когда регенерация созревает, мы можем проводить ортогнатическую хирургию. Здесь была проведена ортогнатическая хирургия сверху и снизу. Причем обратите внимание, что с одной стороны нижняя челюсть зафиксирована пластиной. Связано с тем, что методика для костной пластики, которая у нас используется, это трансплантат с ветви нижней челюсти из тела. В большинстве случаев это не ограничивает наши возможности проведения сагитальной остеотомии нижней челюсти, но иногда фрагменты получаются дефицитные, и здесь для улучшения стабильности результатов, конечно, приходится иногда использовать пластины. Но в целом обычно бикортикальных винтов при правильной технике достаточно для того, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Эта пациентка через 3 месяца после ортогнатической операции, мы видим, что внешность пациента меняется, как бы сказали наши англоязычные коллеги, драматическим образом. Да? То есть мы фактически не проводили ни реконструкцию носа, ни губы, ничего. Но пациентка уже после этой операции чувствует себя совершенно другим человеком, нормальным. Отдельная тема, что влияет на восприятие окружающими таких пациентов, как нормальных или ненормальных. И в первую очередь это, конечно, пропорции лица. Да? То есть если у нас есть рубец, он может быть получен любыми, да, путями в результате травмы и так далее, и так далее. Но этот рубец, он может субъективно восприниматься окружающими как результат какого-то, скажем так, ненормальности, либо результат какого-то происшествия, которое произошло с человеком. И когда пропорции лица восстановлены, когда лечение проводится функциональным путем, рубцы уходят совершенно на второй план. Они не воспринимаются окружающими как что-то патологическое. Пациентка после окончания ортодонтического лечения через 6 месяцев после хирургии. Другая пациентка тоже с расщелиной. Обратите внимание, да, насколько выражена гипоплазия, и это влияет и на проекцию губы, и верхней, и нижней, на форму носа, на все. И не проводя, да, никаких реконструктивных операций на губах, на носу и так далее, можем существенно изменять внешний вид пациента. Видно, что на первом этапе была проведена костная пластика. Ну, здесь еще есть представлен КТ с дефектом в верхней челюсти, слева альвеолярный отросток. Это результат после костной пластики. Это результат после проведения ортогнатической операции. Мы видим, что ничего не делая с мягкими тканями, мы получаем совершенно другую проекцию губ. И на завершающем этапе была проведена реконструкция губы и носа. И мы видим сравнение до лечения и после лечения. Когда мы, сам хирург, да, да, видит результат такого подхода, не приходится потом себя лишний раз убеждать, что, а вот, может быть, необходимо было отказаться от ортогнатической хирургии. А я вас уверяю, даже в этом случае ортодонты были готовы, да, на то, чтобы проводить компенсирующее лечение и так далее, и так далее. Бывают различные комбинации, асимметрия челюсти, сочетание с расщелиной. Вкратце, ну просто все те самые технологии, которые сейчас уже используются как рутинные, 3D-планирование, расчеты, сплинты, напечатанные после компьютерного планирования,
Все это мы когда-то начинали с интересом развивать. И сейчас, пожалуй, могу сказать, что вот асимметрия именно это тот единственный случай, когда лучше делать, конечно, начинать хирургию с нижней челюсти. Здесь было проведено несколько этапов, поскольку это тоже было на заре, так сказать, наших возможностей. И анестезиологи тогда еще не умели работать с этим пациентом. Поэтому на первом этапе была проведена остеотомия верхней и нижней челюсти. И коррекция подбородка была запланирована отдельно. Различный фрагмент с переворачиванием для того, чтобы добиться симметричного положения. Ну, видим, что измененный внешний вид, измененная прическа по райнике, потому что всегда, когда внешний вид пациента меняется в лучшую сторону, конечно, всеми способами пациенты стараются это подчеркнуть лишний раз. Но здесь еще по этой пациентке предстоит реконструкция губы и носа. Что касается тактики по времени. В настоящее время у нас принято проведение костной пластики алярного отростка в возрасте 7 лет. Раньше есть такие возможности, но, опять же, тот опыт, который я получил, путешествуя по различным центрам в мире, которые проводят эти операции, в общем-то, это приводит к ненужному нарушению роста верхней челюсти. 7 лет – вполне оптимальный возраст, когда мы можем использовать трансплантат с нижней челюсти в сочетании с кортикальным блоком, то есть использовать ту самую методику, которая, по моему мнению, приводит к наилучшим результатам костной пластики. Ортогнатическая хирургия – 14 лет. Почему 14? Ну, во-первых, потому что это был тот самый первый вопрос, когда я задал профессору Ранике, а как рано, да, вы начинаете ортогнатическую хирургию, с тех пор он своих принципов не изменил, это 14 лет. Теоретически, да, и я с ним полностью здесь согласен, то, что он сказал вчера, что в случаях, когда у нас нет избыточного роста нижней челюсти, а есть только недоразвитие верхней челюсти, мы можем проводить операцию в раннем возрасте ортогнатическую после завершения формирования зубных рядов. Это не приводит к дальнейшему нарушению роста. Единственный случай, когда хирургию ортогнатическую надо действительно откладывать, это истинная промакрогнатия нижняя, да, когда мы понимаем, что рост нижней челюсти будет продолжаться и возникнет в той или иной степени рецидив. Таким образом, проводя все эти этапы по данному протоколу, мы уже имеем возможность завершать полностью реабилитацию пациентов с расщелиной до 16 лет, а если ортогнатическая хирургия не проводится, то до 13 лет и даже иногда раньше. Вопрос, можем ли мы передвинуть ортогнатическую хирургию еще на более ранний период, он пока остается открытым, но я считаю, что для этого все предпосылки имеются. Взрослый пациент. Оценка, вот та самая ситуация, которую я рассказывал, и хочу ее проиллюстрировать наглядным примером. Взрослая пациентка, 26 лет, обратилась с проблемой недоразвития верхней челюсти, нарушения прикуса, деформации после многочисленных операций по поводу расщелины. Что делать в такой ситуации? Существует много мифов, к сожалению, да, которые все, на мой взгляд, чтобы никого не обидеть, не знаю даже, как это сказать, обязательно кто-нибудь обидится, но когда придумываются различные теории, объясняющие неудачи, да, это, как правило, они в основном прикрывают какие-то собственные технические ошибки, которые были сделаны. И один из таких мифов – это как раз возраст проведения костной пластики алиалерного отростка, что вот в детстве это может быть сделано, поскольку существует какая-то регенераторная активность и так далее, вот, а во взрослом состоянии это нецелесообразно, поскольку уже ничего не вырастет. Но это не так. Сбегая вперед, скажу, поэтому здесь также протокол не меняется, но что касается этой пациентки, ей все было объяснено, была предложена костная пластика, в дальнейшем ортогнатическая хирургия, в дальнейшем уже операция на губе и носу. Так получилось, что пациентка ушла в другое учреждение, не по моей вине, потому что у нее параллельно была выявлена после компьютерной томограммы адентогенная киста на верхней челюсти. Поскольку у нас в клинике это вмешательство, связанное с гнойными процессами, не проводится, я отправил в любой стационар, где ей может прооперировать кисту. Но она ушла. Ей не хотели это делать, но тем не менее, вот мы настояли,
было сделано, после чего сказали, что ой, как хорошо, что мы вам сделали, потому что еще бы немножечко, и все бы воспалилось, там они нашли гной. Но вот так вот как-то удалось, и это часто бывает с нашими пациентами, что кто-то их воодушевил, и им сказали, а зачем вы пойдете там обратно, да, к доктору Иванову? Мы вам все можем сделать сами. Никакой вам костной пластики не нужно, и вообще у вас нет проблем, да. Вот, и ей провели такую операцию без костной пластики, причем без остеотомии верхней челюсти. Видите, что был сделан mandibular setback. Причем мы видим, особенно с правой стороны, да, результаты патологического перелома, bed split. Все это было сделано, так сказать, руками очень опытных хирургов, очень уважаемой клиники, очень уважаемых профессоров. Вот. После чего в первые же сутки после операции у пациентки возникло нарушение фиксации, прикус начал меняться. Но пациентка была объявлена через несколько дней сумасшедшей, ее выписали из клиники. И она не могла ко мне, боялась прийти в течение 9 месяцев. Вот. И вот она обратилась уже через 9 месяцев совершенно в разрушенном психологическом состоянии, потому что непонятно, что делать. К счастью, понятно, что в такой ситуации проводить реоперацию на нижней челюсти надо быть безумным, чтобы это делать, да, без риска для пациента. К счастью, нижняя челюсть удалось, все переломы консолидировались, и, к счастью, она зафиксировалась, стабилизировалась в центральном положении. Да, поэтому здесь был, конечно, предложен вариант только остеотомии верхней челюсти после проведения костной пластики. Была сделана остеотомия верхней челюсти и потом уже на заключительном этапе реконструкции носа. Это пациентка через 1 год после лечения. Я надеюсь, я немного говорю, у меня сколько времени осталось, что еще можно? Но я постараюсь побыстрее закончить. Костная пластика – отдельная тема, и у нас, что могу сказать, что, к сожалению, многочисленные неудачи на этом поприще заставляют многих хирургов отказываться от этой операции, и отказываться, как я уже сказал, не так, что вот я, к сожалению, не могу это сделать, да, отказываться в том ключе – это, к сожалению, вам сделать невозможно, никто вам это не сделает, что путает всех. Тем не менее, при совместной работе ортодонтов и хирурга нужна обязательная подготовка верхней челюсти перед проведением костной пластики, которая заключается не в выравнивании зубов, да, а в нормализации ширины, да, поперечного размера верхней челюсти. Как правило, у пациентов имеется либо сужение, если они не проводили эстетическое лечение, либо наоборот перерасширение. Наша задача нормализовать поперечный размер, который должен соответствовать размеру, соответствующему нижней челюсти. И после этого проводится костная пластика. Методика, которая используется у нас, это трансплантат, аутотрансплантат с нижней челюсти. Берется он комбинированный, при помощи различных скребков берется костная стружка. Может при значительных дефектах смешиваться с синогенными материалами типа биоз. После формирования ложа с использованием техники, да, waterproof, то есть мы должны герметично обязательно ложа сформировать, укладывается стружка, дальше после планирования по шаблону формируется костный кортикальный блок, он фиксируется 2 мини-винтами, то есть не используются никакие пластины и так далее, и так далее. Причем фиксация может быть как ультразвуковая с использованием резорбируемых, да, пинов, так и, в общем, при помощи титановых винтов. И, в общем, анализ тех результатов, которые нам удалось добиться, это до 91% очень хороших результатов костной пластики. То есть результаты хорошие, в данном случае мы имеем в виду это формирование кортикального мостика, и формирование толщины альвеолярного отростка и так далее, и так далее. Различные методы, которые были нами применены для анализа, выявили, что результат костной пластики не зависит ни от чего, кроме техники. То есть, если были какие-то хирургические осложнения, это приводило к отрицательному результату. Все остальное, ни возраст, ни вид расщелины, ни что угодно еще, никак не влияет на результат операции. Это отдельная тема, несколько примеров, что мы действительно можем получать очень хороший костный регенерат. Видите, на срезе через 8 месяцев после операции
мы видим полностью восстановленную толщину аллеля-отростка, на 3D мы видим восстановление контуров. Различные ситуации, различные возраста, всегда так или иначе это заканчивается каким-то. Вот этот слайд, который показывает, что от возраста, да, это очень важно понимать, потому что, к сожалению, и в европейских журналах были публикации, которые говорят о том, что чем позже мы оперируем, тем хуже результат. На самом деле это не так, мы в этом убедились. Ортодонтическое лечение – отдельная тема, но тем не менее мы не должны воспринимать ортодонтов, с кем нам приходится бороться, мы должны с ними наладить контакт и проводить ортодонтическое лечение на всех этапах. Но очень важно уже с возраста 4 лет начать обсуждать с пациентом возникшую ситуацию, а в возрасте уже 6-7 лет принимать совместные решения с ортодонтом и с родителями, все-таки к чему мы готовимся. То есть сначала мы принимаем решение, потом следуем тому или иному протоколу. Сложности я о них говорил уже. В общем, сложностей много. Несколько клинических примеров. Пациентка 15 лет с двусторонней расщелиной. Также обязательно проводится костная пластика на этапах подготовки к ортогнатической хирургии. В случае двусторонней расщелины она проводится поэтапно, сначала с одной стороны, потом с другой стороны, достигая стабильного положения межчелюстного фрагмента. Это результат рентгенограммы после двучелюстной ортогнатической хирургии. Это результат внешний вид после ортогнатической операции. Мы видим, что меняется внешний вид. И иногда бывает очень выраженная ситуация. Отдельно хочу сказать, что существует, опять же, такая методика, как дистракция верхней челюсти. Сказать однозначно, что этот метод не показан или он плохой, конечно, я не могу. Вот, и я как-то слушаю лекцию профессора Йоахима Бегезера, который выступал на одном из конгрессов с программной лекцией. Он сказал, ни на чем не настаиваю, в моих руках, я этот метод не использую, но все, кто его делает, большие молодцы, я их уважаю, но лично я вот как-то вот не очень. Да? Он сказал очень мягко, я с ним полностью согласен, да, чтобы опять же никого не обидеть. К сожалению, дистракция верхней челюсти, особенно если она проводится на каких-то этапах подготовительной, приводит к, ну если себе представить, мы сначала ставим дистракционный аппарат, получаем непонятный результат, потом мы снимаем дистракционный аппарат, да, потом мы все равно, как правило, должны проводить ортодонтическую хирургию. С учетом всех тех хирургических этапов, которые пациентам могут быть показаны, в общем, даже исходя из этого, да, мы видим, что это существенно осложняет, да, протокол реабилитации. Тем не менее, имея даже выраженное недоразвитие, можем это устранить одноэтапной операцией. После проведения костной пластики, конечно. Видим, насколько сильно меняется внешний вид пациента, даже в таком, если мы имеем дело с синдромальным случаем расщелины, когда имеется не просто расщелина, но еще и дефицит, да, мягких и костных тканей. Один из пациентов, когда с расщелиной после проведения ортогнатической операции, они пришли на катамнез, на осмотр через несколько месяцев, я задал вопрос, ну, как вы довольны результатом лечения, внешний вид вас устраивает? Как ни странно, да, первое, что я получил от мамы, даже не от самого ребенка, да, он сказал, мы очень довольны, он никогда так не жевал. Да? Это лишний раз иллюстрирует тоже то, что функциональные проблемы, которые есть у этих пациентов, мы тоже недооцениваем. Да? То есть понятно, что пациенты привыкли жить с дизоклюзией, они даже не помнят, а что такое жевать нормально. Но когда эта ситуация нормализуется, они понимают, а как должно было быть и насколько плохо им было раньше. Да? Поэтому даже при незначительной дизоклюзии мы не должны забывать о том, что проводя ортогнатическую операцию, мы не только улучшаем внешний вид, да, но и значительно улучшаем все функциональные показатели. Тоже пациент после костной пластики, проведена двучелюстная ортогнатическая операция. Без проведения даже операции на носу, да, мы видим, насколько улучшается внешний вид, насколько улучшается восприятие, да, пациента самого себя психологическое. Тоже пациентка, да, с расщелиной односторонней, была проведена костная пластика, двучелюстная ортогнатическая операция. В заключение хочу сказать, что
несколько принципов, которые хочется учитывать, да, при планировании таких пациентов. Во-первых, что недоразвитие верхней челюсти у пациентов с расщелиной не должно восприниматься нами как какая-то неудача, либо результат ошибок, которые мы допущены. Поэтому, возможно, такую операцию надо включать в стандартный протокол, избавляться, так скажем, от старых комплексов, что это является какой-то причиной, да, причина заключается в неправильном протоколе. Это позволит грамотно и вовремя рекомендовать пациентам правильный протокол лечения и обеспечивать хорошие результаты. Обязательно костную пластику алиального отростка надо проводить до ортогнатической хирургии. Отдельная тема, но я бы это утверждал однозначно. Можно проводить остеотомию верхней челюсти, можно производить остеотомию двух челюстей. Это не проблема. Часто бывает вопрос, который мы видим среди коллег, когда пациенту с недоразвитием челюсти рекомендуется двучелюстная ортогнатия. И задается вопрос, а разве там есть избыточный рост нижней челюсти? Зачем вам проводить операцию на нижней челюсти? Это часто. И как здесь оправдать эту ситуацию? Но тем не менее, надо быть настойчивым. Необходимость операции на нижней челюсти определяется ограничениями, которые у нас есть при остеотомии верхней челюсти. Второй момент, который нужно обязательно понимать, да, и взрослый пациент, который я показывал, там была допущена именно такая ошибка. Да? Не надо гадать, когда это очень легко. Да? Когда пациент с расщелиной, он приходит с деформацией челюстей, всегда недоразвитие верхней челюсти. Других вариантов просто быть не может. Да? Не надо думать, а может быть у него нормальная верхняя челюсть, а может это нижняя такая. Есть расщелина, деформация челюстей, всегда недоразвитие верхней челюсти. Очень просто. Проведение пластики, фарингопластики в качестве речеулучшающей операции с использованием лоскута задней стенки глотки может привести к недоразвитию челюсти, поэтому при выборе методик, наверное, это не является оптимальным. У нас сейчас используется другая методика с лоскутом с боковых стенок глотки, которая не требует в случае необходимости проведения ортогнатической операции отсечения лоскутов. И, конечно, самый важный момент – это необходимо принимать решение как можно раньше. И в этом смысле необходимо, конечно, иметь определенный опыт или, может быть, самостоятельно проводить все операции, которые показаны этим детям. Это у меня что-то перескочило, это пациентка предыдущая, результат после операции. Несколько внушений, о которых я уже сказал. Какой метод, несколько философских моментов в заключении, да, какой метод все-таки мы должны разработать для себя, чтобы его считать лучшим. Это индивидуальный план для каждого пациента или все-таки какой-то универсальный, который бы работал всегда? Ну, вот, я как-то так убежден, что метод, который мы разрабатываем, он должен быть применим более-менее, без каких-либо модификаций для всех пациентов и работать во всех случаях. Тогда у нас есть шанс думать, что вот мы где-то вот рядом с истиной находимся. В том случае, если выдвигается какая-то теория, это, к сожалению, не редкость, она обоснуется, она проводится, как, например, в случае с первичной костной пластикой, которая широко рекламирует некоторые врачи. Но как только заходит речь о широкой расщелине, о еще что-то, их тактика меняется с точностью на наоборот, и получается путаница для них самих, они не могут разобраться. Методы, которые у нас в отделении разрабатываются, они, я это лишний раз подчеркиваю, но сейчас нет времени на этом останавливаться, они одинаковые практически для любых форм расщелин. Благодарю за внимание. Вы можете обращаться и в клинику, и на сайт, и на Facebook для получения дополнительной информации. Хочу сказать, что если кто-то этой темой интересуется, я провожу курс повышения квалификации, они проходят примерно 3 раза в год. Это годовой цикл. Первый цикл проводится по первичным пластикам расщелины губы и неба. Второй цикл – это реконструктивная операция при расщелине губы и неба. И третий цикл ближе к осени проводится по костным пластикам, для того, чтобы иметь представление о том, как это можно делать. И, конечно, костная пластика, я считаю, что является ключевым моментом в реабилитации всех, в реабилитации пациентов с расщелиной. Спасибо еще раз за внимание. Спасибо, Александр, за доклад. А теперь обед. Секундочку, подожди, обед. Значит, два быстрых вопроса. Первое. Были у вас случаи, когда у вас сломался фрагмент верхней челюсти по регенерату? Вы выстраиваете все относительно верхней челюсти, если он у вас сломался, это проблема. Не было случаев? И да, и нет. Интересно.
После моих костных пластик такого не случалось никогда. Иногда бывало, приходилось оперировать пациентов с костной пластикой, произведенной либо, ну, не, относительно неудачно, но все-таки какой-то костный мостик там был, и повторять костную пластику было нецелесообразно. Это нужно предсказывать, зная, что у нас дефицит костной ткани, что нет сращения на небе, челюсть может сломаться. Профилактически после скелетирования накладываем титановую пластину. И дальше проводим остеотомию. Не опную пластинку, а именно реконструктивную. Да-да-да, вот мы открыли верхнюю челюсть, мы видим, что фрагмент костный тонкий. Такой. Не производя остеотомию, накладываем титановую пластину, и она в значительной степени укрепляет эту костную стенку, которая позволяет провести остеотомию. Хорошо, еще один вопрос тогда. Как вы относитесь к закрытию фистулы за счет мобилизации заднего фрагмента и за счет этого уменьшения дефекта? Скажем так, вот в моих руках это способ номер один. Если вы уже сделали альвеолопластику, то как бы вы этот путь уже для себя закрыли, а в принципе уменьшение дефекта таким образом резко упрощает задачу. Имеется в виду лоскут задней стенки глотки? Нет, я имею в виду перемещение альвеолярного фрагмента малого к середине. Перемещение как минимум на один зуб, мы уменьшаем дефект. Как правило, бывает ситуация, что там костная пластика уже не нужна вообще. Это не единственный способ. Там сейчас есть и сегментарные дистракции, и различные пластики, вплоть до микрососудистых операций. Вот. Но это довольно очень редкая ситуация. Как правило, тактика бывает, к сожалению, опять же, в результате ошибочных каких-то действий пациент обращается, у него субтотальный дефект именно твердого неба. В таких ситуациях вот сейчас выработалась тактика, это все-таки начинать с костной пластики, таким образом уменьшать постепенно имеющийся дефект. И, как правило, в большинстве случаев вот его удается свести к минимуму, что не требует никаких значительных вещей. А теперь... Спасибо большое за интересный доклад. У меня пару маленьких вопросов, если позволите. Маленький позвон. Вы рекомендуете делать первичную альвеолопластику в 7 лет. Как быть с межчелюстной костью? Достаточно часто ее не удается поставить в правильное положение. Не то, что в 7 лет, даже в 14 лет, когда предстоит ортогнатическая операция. Ну и позвольте сразу второй вопрос. Все-таки риски, страхи надуманные после передвижения верхней челюсти при ортогнатической операции и ухудшение функции речи? Или они существуют? Были у вас наблюдения, когда речь ухудшилась? Спасибо. По поводу первого вопроса. Ну, межчелюстная кость, я так понимаю, речь идет о двухсторонних расщелинах в первую очередь. Сейчас это отдельная большая тема, и у нас запущена работа диссертационная по этому вопросу. Перед проведением костной пластики в случае выраженной протрузии, деформации, мы проводим предварительную остеотомию сошняка, репозицию кости, потом костная пластика с фиксацией, естественно, этого фрагмента уже в правильном положении, поэтому к моменту проведения ортогнатической хирургии у нас уже нету такой деформации, с которой бы мы не могли справиться. То есть сейчас мы решаем эту проблему заранее, на этапах подготовки к ортогнатической хирургии с очень хорошими предварительными результатами. Что касается нарушения речи, то, к сожалению, эта вещь описана, она доказана, здесь не надо гадать. Действительно, в той или иной степени у всех пациентов, которым проводится движение верхней челюсти, происходит нарушение речи. Как правило, это транзиторная проблема, она ликвидируется в течение нескольких месяцев после операции. Ну, скажем так, фактор риска какой? Если у пациента уже имелась в нем наглоточная недостаточность, то, конечно, она может усугубиться и полностью не ликвидироваться после этого. Это будет предмет для, возможно, последующих речеулучшающих операций. Если у пациента не было наглоточной недостаточности, как правило, нарушения речи являются транзиторными, но они возникают сами по себе довольно редко. Опять же, мы должны себя ограничивать в перемещениях челюсти. И, конечно, скажем так, в обычной ситуации вообще не рекомендуется проводить выдвижение верхней челюсти вперед более чем на 10 мм. В случае с расщелинами я бы ограничился 5-6 мм максимум. В этом случае нам удается найти компромисс.